мешок. Опа. Ну мы такого отпустим. Ну ладно. Ну, иди плыви. Принеси нам большую рыбку. Так, сейчас мы делаем забросик в сторону наших друзей. О, блин. Посмотрим, что там, как там. Хорошие ребята. Окушок идет. Какой хороший. Не-не-не, хороший окунь. Прям мощный. Мощный окунь. Ух. Ни хера себе. Тихо, 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 тихо. О-о-о! Нормально так, друзья. Нормальный так окушок. На баса фиолет. О! Сошел. Такого красавчика вытащил. Судачка взял хорошего на баса, который ему подогнал. Ах, ты, блин, окунь его. Никакого окуня. Я очень рад, Михаил. Красавчик. Спасибо, Виктор. От души, спасибо, Михаил. Силиконку. Силикон мощный. Нифига он ее разрезал, смотри, сбоку прям. Давай. А? Давай, давай, давай. Все отлично. Отлично. О, Михаил. Опа! Опа, прям, ребята! Залетел. Рыбалка у нас сегодня, ребят, мощная. Лайк, обязательно лайк. Смотрите. Красавчик какой. Ай, дай, Михаил. Вот на такую силиконочку. На баса. Бас рулит сегодня, да, в теме. Красава. Сегодня у нас 26 сентября. Можно сказать, поздняя осень. Выехали на рыбалочку половить окуня. Сейчас вот, можно сказать, готовимся. Я вам покажу, на что сегодня будем ловить и как у нас получится рыбалка, вы сами все увидите. Всем приятного просмотра. Пальчик вверх, погнали. Монтаж, можно сказать, обычный. Джиголовка получается. 12 грамм. Ну, привязанная там на 2-3 узла. И где-то сантиметров 70 идет, можно сказать, основная леска, монофил. Монофил 0,25. Крючок одинарник. И вот сейчас поставил, можно сказать, приманку дагер. Силикон от Юрия Петроша. Все. Вперед, в бой. Ну вот, в принципе, взял, ребят, силикон. Не знаю, какой будет работать, но сейчас я попробую вот на фиолете. Тут все приманки есть. Вот такая вот речушка. Идем мы, можно сказать, по травушке. Вы, ребят, не поверите, с кем я сегодня на рыбалке. Добро пожаловать, любительская рыбалка с Михалычем. Всем привет, ребята. У нас перекурчик, а ты, блин, этот, Костя пришел, да? Да. Ребята, вот приехал с Михалычем на рыбалку. Оставлю ссылочку в описании. Подпишитесь обязательно на канал Михаила. Очень интересные ролики. Душевные, рыбацкие. Всем спасибо. Рыбачим, продолжаем. Сергей. Я устал уже рыбачить. Буквально 15-20 метров. Идеально, ребята. Все, отрезал. Щука была. Ух ты. А, нет. Хороший был, прям крючок мощный был. Давайте еще раз попробуем. Не туда я закинул. Подождите. Телефон полетел, а нет. Нет,
с пальца курок сорвался. Сейчас второй петля. Два раза закинул, два раза была поклёвка. Давайте третий раз. Даггер это? Даггер, даггер. От Юрия Петрош. Петрош рулит, да? Петрош, да, он действительно рулит. Классный приман. Ну-ка, Сергей, замути нам батл с Михаилом. Стянул, если смотри. Возможно. Спасибо большое. Сейчас с Михаилом давно не рыбачил. Так, заброс Михи. Первый пошел, да? Забросил. От Михаила Викторовича. Ну давай, Виктор. Только меня не зацепи. Нет. Бат. Да? Да, сейчас. С Михаилом. Смотри мне этот Клещевского, не знаю, где это. Все, Little Bottle ушел. Даггер против Лярвы, да? Даггер против Лярвы Люкс. Лярва Люкс. Вы знаете, да, такие приманки, ребята? Для кого-то силикон это силикон, да? А для кого-то это приманка. Пока вы здесь рыбачите, там окунь уже плескается. Трава, наверное. Я тоже так подумал. Прямой эфир отлетает. Всем удачи на копе. Приманок. У нас второй день путешествий. Всем привет. Колбаски хотите, чесночные? Собрались покушать. Смотри, шматки. Мощные. Приятного аппетита. Всем привет. Да, вам тоже, кстати, приятного аппетита. Кстати, присаживайтесь поудобнее, ребята. Сегодня мы будем бомбить все. Да, поддерживаю. Сейчас мы вам покажем, что такое рыбалка настоящая с Михалычем. Щука, судак, окунь. Кто еще клюет здесь? Вобла. Лещ. Ага, вобла. Багажник. Чубейсон, красноперка. И хотим остаться не то что с ночевкой, просто до поздней ночи, до часу, до двух. Ночную попробовать. И будет классно, ребята. Всем приятного аппетита. Все. Всем приятного аппетита. Всем привет. Собрались, короче, половить щучку, окуня. Посмотрим, будем использовать все и отводной, и безоводной. И просто на палец. Главное, чтобы ловилось. Я тебе удочку подарю. Все, слышали, ребята? Михаил лодочку накачал. Смотрите. Как ты думаешь, налево ее поставить или направо? Как удобно. Ну, что-то вот это вот. Смотрите, какая мощная лодка. С таким вот трансом. Вообще огонь. Веревки. Корову выдержат. Легко. Мощные. Дно полностью, обратите внимание.
Обзор лодки калибри 2,8. Блин, мощная лодка. Знаете, ребят, в чем здесь фишка очень большая? Вот посмотрите на переднюю часть. Противоударный от волны. От волны, да. Там такой изгиб мощный. Ну все, весла. Лепестки полукруглые. Огонь. И Михалыч тоже огонь. Красавчик. Батл у нас сегодня. Little battle. Да. Все, мы в принципе собрались. Сейчас поплывем. Пожелайте нам удачи. Всем приятного просмотра. Не забудьте подписаться на канал. Палец вверх. Погнали. Ну все, сейчас мы поплывем. Лодки к бою готовы. Ребят, вот первый окушок. Смотрите, какой. И, красавчик, иди сюда. О, смотрите, какой окушар. Первый, поклевку не заснял. Сейчас посмотрим, что будет. Закинем еще. Пойдет первый. Взял вот на такую вот приманочку. Вот. От Lucky Johnny. Виброхвост. 3-дюймовый. Что-то я тут его насадил как-то с краю. Но я здесь был на этой точке. Поэтому, ребят, знаю, на что здесь ловить надо. Второй заброс. Сейчас посмотрим, что и как будет. Здесь вот получается пятак травы. Вот я вот немножко левее беру. Сейчас посмотрим. По идее, должен дать. Сейчас ждем, опустится груз. А тут глубина где-то 2 метра. Вот. Получается проводка. Два оборота, пауза. Здесь трава есть. И вот он в траве стоит. Ждем. О, хороший, ребята, идем что-то. Все для вас. Еще один окушок. Очередной. Смотри, как дает. Опаньки. Вот такой вот. Поросенок меня радует сегодня, ребята. Да тихо ты. Забросик. Чик-чик-чик. Самого далека берет. Дождемся. Пойдет. Наша приманочка от Lucky Johnny. И пойдем проводочку делать. Сегодня у нас поздняя осень. 27 сентября. Находимся на озере. Не буду говорить, какое. Может быть, сами угадаете. Здесь пятак травы. И вот он вот здесь весь стоит. А я встал изначально на точку. Там не то место. Вот это вот место окуня. Здесь его много. Пройдешь мимо травы, нормалек. Пройдешь траву. Друзья, еще поклевка у Витьки, третья, опять окунь идет. Идет, идет, красавчик, идет. Хороший окунь. Хороший, хороший. Опаньки. Опаньки. Вот он, друзья. О, что взял? Кабан.
заслуживает уважения. Лайкос, ребята. Нормально. С паузы. Отлично. Заглотил. Да ладно, что ты. Вот такой красавчик нас сегодня радует. Грамм 250. Весов нет. Ребята, окунь нереально мощный. Ладно, что ты. Иди сюда. Смотрите, друзья. Смотрите, кабан. Какой красавец осенний. Это уже грамм 300 где-то. Ну что, друзья, забросик. Она даже здесь пойдет. Так. Упс. Такая мне рыбалка, ребят, нравится. С паузы берет, вот паузу хорошую делаешь, он прям за приманочкой походу идет, сопровождает. Чук, поклевка. Отлично. Есть, есть, ребята. Что-то идет, Витька. Ух, на себя. Вот это давит. Хороший опыт. Ребята, снова увидите поклевка. Ух ты. Тихо. Опаньки. О, смотрите, какой красавчик к нам пожаловал в гости. Ну давай, подними, что ты. О, класс. Ну тут же примал. Ну мог бы сойти. Короче, сегодня Lucky Johnny рулит. Всю рыбалку делает. Это хорошо. Так. Давайте еще забросик попробуем. Что там? Сейчас. Блин, мне такая рыбалка нравится. Нашел я окушка. Друзья, у меня радости. Полные штаны. И прям хорошо он догоняет. Бьет прималку. Он активный. Прям классно окунь. Вот сейчас опять поклевка была. Ах ты. Идет и сопровождает приманку. План, кстати, очень хорошо отрабатывает. Вот я сижу на спиннинге. Получается, саламандр от Серебряного ручья. Я честно вам признаться, ребят, я в горе не знаю. Классный спиннинг, и чует. Ну все у него. И вываживание классно, он рыбу хорошо вяжет. Но окуня здесь много. Я еще попал, здесь травы много. И вот он весь стоит здесь. Тут на камеру не хочет. О, ребята, видите, поклевочка. Хороший окушок. О, смотри, как он пошел, как он пошел. Молодец, красавчик. Красавчик. Опаньки. Ну, ё-моё. Ну, что ж ты так? О, какой горбатый. Видали? Красавчик. Вот, друзья, Михаил с Сергеем косят тоже окуня. Смотрите, какая погода вообще мощная. И вот фон. Два рыбака в лодке. Сейчас они что-нибудь поймают. Смотри. Есть? Есть, смотри. А, ты сам делаешь, я вижу. Есть, говорю. А, ну давай, давай, все. О, Михаил, отлично. Отлично, отлично. Есть. Как я вам точку показал, да? Ha, 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 ha.
Но тем не менее что-то есть. Поставил, в общем, вот такого даггера. Сейчас я его одену, покажу вам. Вот такой вот силикон даггер от Юрия Петроша. Юрий, благодарствуем, у нас ловит в Казахстане вот этот силикон. Прям вообще огонь по окуню. Чё, забросик? Уп. Еще один. Сейчас посмотрим, может что-нибудь и клюнет. Паузу делаешь хорошую ему, и все. Окунь у тебя. Два оборота, пауза. Без подергивания, то есть без протяжки. Два оборота, пауза. Как там говорят, классическая ступенька. Сергея что-то ушло, скорее всего, хороший лук. Есть, ребята, еще контакт есть один. Есть хорошее что-то, ребята. Опаньки. Ну тоже пойдет. Такой вот окушок. Думаю, его отпустим. Смотрите, плыви маленький. Пусть идет. Попробуем что-нибудь побольше. Паузы. Ядрит, Мадрид. О, что-то там Витька еще тащит. Лайкос, ребята, лайкос. Сошел. Хороший. А? Да. Сошел. Вот, блин. Ё-моё. Ну как так? Ты зацепился, братан. Ты зацепился. Зацеп у него, снимай с якоря. У тебя зацеп, Серёг. Ничего себе, как дает. Ё-моё, ребят, я походу тоже судака, мужики, взял. Отвечаю. Стопудняк. Судак 100%. Да. Или окунь хороший. Давай, я снимаю тебя. Нифига себе. О, поросенок нормальный такой. Ой, мать. Смотри, ребята, на 3 дюйма на лярву что-то стукнуло. Ни хрена себе. О, смотрите, какой окунь жадный. Ребята, поменял приманку. Смотрите. Поставил вот такую вот лярву. Видали? Почти 4-дюймовая. Вот. И взял вот такого окушка. Пойдет. Так. Дождались мы наконец-то осеннего клёва. Окунь сдурел. Сейчас будем ждать. Может, еще возьмет. Ветер упал. Хорошо так стало. Прям вообще.
Опа, есть, ребята. Ничего себе, прям на камеру. Вообще огонь. Эх, сошел. Сошел, ребята, ну как так, а? Ну вот как это, блин, для Арева в 3 дюйма ему пофигу, он берет прям под лодкой. Сергей, смотрите, опять у Сергея поклевка. Снимаем его с двух ракурсов. Смотрите, какого кабана. Вот это жору окуня. Красавчик, Сергей, поздравляю. Опа, прям возле берега, ё-моё. Смотри, что делает, а. Ничего себе, вот это поклевочки вечерние. Окуня километр здесь. Прям под лодкой бьет. Прям вот тут вот бьет. Под лодкой. Тут коряшка. Ничего себе. На такой крупный силикон и окунь без проблем. Пошел окунь. Хороший. Друзья. И сход. Ё-моё, опять сход. Такой шок. Что-то там бьет. Окунь, окунь. Хороший окунь. Хороший. Опаньки. Вечерний окушок. По-любому. Смотрите, какой красавчик. У Михаила поклевочка. Какой горбатый. Такого красавчика вытащил. Судачка взял хорошего на басах, который ему подогнал. Ах ты, блин, окунь его. Никакого окуня. Я очень рад, Михаил. Спасибо, Виктор. От души. Спасибо, Михаил. Силиконку. Силикон мощный. Нифига он ее разрезал, смотри, сбоку прям. Давай. Да. Давай, давай, давай. Все отлично. Отлично. О, Михаил. Опа! Вот он прям, ребята! Залетел. Рыбалка у нас сегодня, ребят, мощная. Лайк, обязательно лайк. Смотрите. Красавчик какой. Ай, дай, Михаил. Вот на такую силиконочку. На баса. Бас рулит сегодня, да, в теме. Красава. Прям призорь. Вот, собрались поужинать, ребята. В общем, мы решили остаться на ночевку. На утрянку. Ну на да, чёрт. С ночевой. На утрянку. И будет бомба у нас поутру. Досточку принесли, блин, багажник тарапал. Досточку? Ты нет, вот на хлебе режь. Как день прошел? Ну-ка расскажите. Не день, а вечер. Вечер вообще классный был. Блин, ребята, прямо от души. А окунь так долбил. И потом солнышко как только село, сумерки такие пошли. И судачок один за одним, один за одним. Правда, не крупненький, ну где-то 500-600 грамм. Ну, интересно, азарт, самое главное, душа рыбака довольная. Да-да-да. До ужаса. Я согласен полностью. Огонь. А я, блин, короче, этот, ловил и окуня, и судака, и всего туда-сюда. Они потом ловят, а у меня зацеп. Я только хотел сказать. Ты скажи, сколько силиконок профукал, да? Да-да-да. Я столько, блин, я столько переловил, и он еще один за одним, и у меня потом... Они не ловили, я ловлю, короче, чих-чих-чих, короче. Коряги ты ловил. Короче, у него лимит у Сергея закончился, и он перестал ловить. Исчерпанный, да? Да-да-да. Все, всем приятного аппетита. Ребята, мы перекусим. Вот, и еще поднакатим чуть-чуть тоже.
Ужин, да, и чай немножко чай горячий. Налил уже? Ну все, мы, в принципе, остались с ночевкой на раннее утро порыбачить, потому что погода хорошая, ребят. Подфартило нам. Прям классная, да? Погода прям огонь. И вода такая не холодная, ну, такая вот, нормальная. Попробуй. Еще мы костерчик распалили. Машину царапаешь. Смотрите. Какой, вы видели, как костер с красным пламенем? Для пота. А видели вот такую дубину, ё-моё? Видали? Посмотрите, какая погода. Время без 27. Мы проснулись. Раннее утро. И какой штиль стоит. Ну, правда, заморозок был, ребят. Смотрите, какая благодать. Красота. Как красиво. Привет, дружа, как дела? Дружа, нормально. Ну что, норка сперла, да, все? Жесткая норка, сука. А нас также на том ролике жестко побрила всех окуней. Я вчера ловил. Да, Сережка крупных окуней вчера ловил. Ну сейчас тоже половит. Но. Ребята, у меня утренняя поклевка. Поклевочка прям возле лодочки. Судачок. Походу судак. Них! Вот так держи, Витька. Сними с лодкой. Смотри, какой окунь, горбач, отвечаю. Мощный! Лайк ставьте, мужики, в натуре окунь мощный. Хороший горбач. Я подумал, судак, если честно. Нифига себе. Вот это кабан. Ёпта, нихера себе. Смотрите, ребята, у меня эмоции переполняют. Мужики по судаку взяли, а я вот такого... окуня зацепил. Смотрите, какой раннее утро. 7 утра. И вот такой окушок. Ребята, лайкос. Жмет, как окушок. Опа. Ну, мы такого отпустим. Ну, иди плыви. Принеси нам большую рыбку. Так, сейчас мы делаем забросик в сторону наших друзей. О, блин. Посмотрим, что там, как там. Хороший, ребята. Окушок идет. Какой хороший. Не-не-не, хороший окунь. Прям мощный. Мощный окунь. Нихера себе. Тихо. Нормально так, друзья. Нормальный так окушок. На баса фиолет. Да. Ну вот, друзья, наша рыбалка подошла к завершению. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся на водоемах. Мощная рыбалка была. Половили, покидали. Утрянка слабоватая, конечно. Но, тем не менее, споймали. Сейчас вот покажу свой улов. Что я сегодня споймал. О! Вот таких вот окушков, пару судачков, пойдет.